Приветики всем! И у нас зацвела сирень. Ребята, смотрите, как ее у нас здесь много. Просто очень красиво. Запах просто непередаваемый. Цвет изумительный, сиреневый. Красота ж. Сильный ветер дует, конечно. У нас опять перемена погоды. Но надеемся, лето будет скоро. Наконец-то мы дожили до лета. Кормушка. В кормушке пусто. Кормушка красивая. Сирень еще красивее. Обалденный большой высоченный куст сирени. Скоро вся распустится и будет еще красивее. Ну а пока вот так. Ветер, сильный-сильный ветер. А еще, ребята, у нас распустились одуванчики. Много-много желтых одуванчиков. Вот такое поле. Красота, что же. Очень даже красиво. Очень красивые, желтые. Сразу такое настроение хорошее. Напоминают солнышко. С детства люблю одуванчики. Вот и воробушек любит одуванчики. А скоро этого поля не будет. Они будут белые и улетят. Ну и еще раз покажу сирени. Много сирени. И давайте что-нибудь приготовим сегодня дома вкусненькое. Ребята, я сегодня решила приготовить печёночные оладьи. Вот печень у меня, это у меня свиная печень, лук. Ну и буду добавлять сметанку, перчик, соль, ну все как обычно. Готовить буду с помощью чопора. Чопор у меня Витёк. То есть это типа блендера. Давайте начнем готовить вот это. Порезанную уже свиную печень я закидываю в чоппер. Вот так вот одеваю крышку. Чоппер ставим. Ну и нажимаем. Немножко шумно, но быстро. Первую партию я уже проблендерила, отчепарила. Сейчас вторую партию делаю. И затем также сделаю лук, чтобы было мелко-мелко. Делаю это все быстро, просто. Лук забросила сюда же, в эту же массу, и тоже буду блендерить. Ребята, очень удобная штука вот этот чоппер. Вообще мне нравится. Не прошло 5 минут, у нас уже, в принципе, фарш готов. Сейчас мы будем его заправлять всем остальным. Дальше буду добавлять вот пару яичек. Адыгейскую соль добавлю. Немного. Добавлю вот такой черный перец. Через мельницу я его добавляю. Добавлю еще ложку сметаны. А в сметану еще добавлю разрыхлитель, чтобы наши оладьи были пышные. И все вот это наше тесто сейчас размешаем. Размешала. И сейчас добавлю ложечку муки. Много муки не буду ложить, потому что не хочу забивать мукой наши оладушки. Ну вот, ребят, мы перемешали все и будем сейчас жарить на сковороде. На масле. Взяла сковородочку, наливаю на нее масло.
так нормально. Ни много, ни мало. И ложечкой буду выкладывать наше тесто на сковороду. Сейчас подождем, пока оно нагреется. Масло вроде разогрелось. Начинаем накладывать вот так вот ложечкой понемногу. Вот масло шипит. Буду, наверное, по две ложечки делать. Все как обычно, как обычные оладьи. Жарить буду на маленьком огне, потому что на большом они быстро сгорят и не пропекутся. А так, помаленьку, по чуть-чуть пропекаем их. А готовые оладьи я выложу вот на такое полотенце, чтобы стек лишний жир. Переворачиваем сейчас оладушки. Смотрите, какие румяные они. И печем с другой стороны. Вы видите, что? Ну, это нормальный процесс для жарки. Вот первые три оладушки вроде готовы. Поджарились. Убираю их на полотенце. Весь процесс показывать не буду. Покажу уже, сколько у нас их получится. Ребята, вот такая гора у меня получилась печеночных оладьев. Кушать мы будем с овощами свежими. Кстати, у нас овощи уже подешевели. Уже вот такие огурчики пупырчатые сорта Маша стоят 69 рублей за килограмм. А вот такие помидорки на ветке стоят 95 рублей. Редиска по 130 краснодарская. И всем приятного аппетита! А еще, ребята, я приготовлю сейчас малосольные огурчики и сделаю соус сметаной, зеленью и с чесноком к этим оладушкам. Так что, думаю, будет вкусно. А еще, помимо овощей, сделала малосольные огурчики. Тут у меня чеснок, укроп, огурчики и соль адыгейская. Ничего такого сверхъестественного. И еще сделаю салат провансаль. Нашинковала капусту, сейчас морковочку сюда нашинкую. Ну и заправлю заправочкой. С помощью вот такой овощерезки, овощечистки, не знаю, как ее назвать, я вот так вот режу соломочкой морковку, наш салатик. А сейчас останется только заправить наш салат вот адыгейской солью немного. Немного положу сахара, вот пол, наверное, чайной ложечки весь не буду высыпать. Вот такую ложечку яблочного уксуса. Ну и, конечно же, ароматное подсолнечное масло. Тоже ложечку. Давайте полторы сделаем вот так. Заправляем. Теперь все это дело надо перемешать. И пусть он у нас маленько постоит. Мне кажется, это самый простой, быстрый салат. И мне кажется, что он нравится абсолютно всем с детства. Во всех столовых он дается. И он всегда уходит на ура. Всем приятного аппетита! Ребята, приготовила вот такой соус из сметаны, майонеза, чеснока и зелени. Ну вот наши оладушки мы сегодня будем кушать. Нарезала овощей, салатик, который вы видели, как я готовила, малосольные огурчики. Всем приятного аппетита! И на этом хочу попрощаться с вами. До новых встреч в новых наших роликах!